Привет всем подписчикам паблика Игромания, с вами Рязан, и я продолжаю играть в Battlefield 4, в одиночную кампанию. Давайте я себе возьму вооружение, возьму себе М4, и у меня же теперь, по идее, открыт печенек. Да, вот он, и печенек. А из гаджетов фугас и М32. Вот такой вот такая подборочка. Рок идет, патроны в магазине. Веду огонь. Снайпер на мой. Так, там сверху снайпер. Ну, теперь его там нет. Сейчас я вам покажу. Вау, там что-то рвануло. Сверху еще один снайпер. Вот этого мне еще не хватало. Сейчас я его собью. Глючено, он так немножко падал. Черт, осторожней. Береги! Дерево! Думаю, мне вот сюда. Понял. Открываю огонь. Во! Полегче там стреляйте. Блин, кто там стреляет? Это крепость. На корабле. У меня вопрос. Что за хрень? Это ты, капитанка. Могильщик, на подходе силы противника. Надо уходить. Постарайтесь выбраться. Ты, блин, китаец. Как вы его оставили тут? Самое обидное — это китайца обозвать китайцем. Наверное, так обидно от этого. Бронза за миссию Суэц. Гроботанчик мне дали. Блин, полегче. Этот вообще исчез, когда упал. Мне кинули под ноги гранату. Так, тайник с гаджетами. Ух ты, тут сколько всего. Давайте я возьму стингер. И М32 оставлю. Стоп, сержант!
дали новое оружие. Найти капитана Гаррисона. Я должна спасти ДНД. А куда нам? Вниз. Еще на один уровень вниз. Ой, спасибо, я бы не смог открыть эту дверь без тебя. Ну, теперь моя очередь. Опа! Я снова чуть в тебя не пальнул. Да. Я так рад, что он живой. Сакинсен, мы думали, что ты мертв. Да уж, черт. После того, как вы меня бросили. Где Дзинзе? Он живой? Ты еще с нами? Круто. Дзинзе в безопасности, я отведу вас к нему. Сержант Паковский, что делать с беженцами? Морпехи, оставайтесь с ними. Могильщик отправляется в медотсек. Я за тобой, сержант. Так, ну теперь с нами Пак, мы теперь точно непобедимы. Осторожнее на поворотах! Эй, Пак, что произошло в Сингапуре? Как ты выбрался живым? Эти суки хотели меня оттрахать, но я свалил нахер. Больше не спрашивай. Просто интересно, чего это ты материться начал? А ты попробуй проползти 1000 метров по канализации с дырой в животе. Да уж, ближе к аду вряд ли будет. Со мной, Рэп, атакуем одновременно. Открывай дверь. Пошел, пошел! Ох, выбежали они тут. Вот так вот играючи я с ними расправился. Прибыл могильщик. Хорошо, только быстро. Лучше поздно, чем никогда, отряд. Надо его отсюда вытаскивать. Тише. Мой голос, мое оружие. Когда я молчу, я ничто. Ран из Шивана. Той бычи. Бухуан, не юнит сэ вода ходуэн. Это за мной? Люди Чана? Возьмите. Мы должны вытащить вас отсюда. Я сложил оружие, капитан. Мои братья меня не убьют. Может быть, я не совсем ясно выразился? Ваши братья считают вас мертвым. Вы такая же цель, как и мы. Вас приказано найти и уничтожить. Значит, они должны увидеть меня. Узнать, что я жив. Они забудут о своем задании и сложат то есть оружие. Пустим их и посмотрим, что будет. Да. Это была шутка. Ирландец Рекер, прикрывайте дверь. Я серьезно. Если мы будем драться, все кончено. Я сам открою дверь. Я не пущу вас. Послушайте меня. Они убьют вас, как только ворвутся сюда. Вы живы только благодаря этой двери. С такой травмой ему вообще нельзя подниматься. Эти разговоры – последствия сотрясения. В этой комнате я невидим. Я уже мертв. Мы все мертвы. Если я не могу показать свое лицо и обратиться к своим братьям без страха, то я проиграл. Я не знаю, где я. Откройте дверь, сержант. Ну что ж, он сам этого хочет. Спокойно! Спокойно! Ой, шоуди, не бей пьяна. Руго не он и тин, ухи гавши на сити. Не делай этого. Блять, не вздумай. Отбой! Это
Джин Цай活了. У Сокина сына получилось. И что теперь? Там везде еще полно китайских солдат. Они знают, что это он. Они сообщат всем. Я уж думал, конец такой. Это Чан. У них военный корабль к северу от нас. Ах, он сукин сын. Хочет похоронить правду и всех людей вместе с ней. Мы можем нанести удар. Нет, у нас ничего не осталось. Даже С-4? С-4 у нас хватает. Только что, черт возьми, мы с ней будем делать? Дайте мне надувной катер и весь оставшийся запас С-4. Вы это серьезно, ирландец? Да. Так точно, сэр. Хорошо, Пак. Покажи им. Рекер, ирландец, идем со мной. Ханна, ты в этом уверена? Чинчен. И сэнти чэнкан. Бог в помощь. Слушайте сюда. Загрузить катер С-4 и подготовить к отплытию. Поживее. Никаких извинений, мы уже в пути. Потрясающе. Он всегда такой? По праздникам. А ты точно за ним не замужем? Я замужем за тем, за что он сражается. Ханна, тебе никогда не хотелось, чтобы все было иначе? Хотелось, конечно. Но за это нужно сражаться. Ты свой человек, Ханна. Ну что, погнали. Надерем Джеки Чану его мягкое место. Ты не с нами, Пак? Останьтесь в живых. Это приказ. А вы держите Валькирию на плаву до нашего возвращения. Ура! Да, твою мать! Поехали быстрее, Рек! Офигеть! Я думаю, нас ждет смерть. Хотя я надеюсь на лучшее. Мы вне зоны видимости. Приготовиться. Ну да, конечно. Сделано в Швеции. Ну да, сразу полегчало. Хорошо, что не в Китае. Крепость. Это могильщик 3, мы на позиции. Готовы взрывать все нахрен. Доложите обстановку. Прием. Нам кранты, так что взрывайте все к чертям. Ханна, жми на кнопку. Черт возьми. Красный, что-то не так. Соединения нет. Рекер. Блять, а ну отдай. Опять надо вниз лезть. Что ж, с
спуститься нужно только одному из нас. Трекер, у тебя еще остались заряды С4? Хорошо, дай мне. Я не дам рисковать тебе жизнью, Хатта. Я ведь ирландец, помнишь? Везунчик. Ну же, Рекер, давай сюда, Рекер. Рекер, я каждый день рискую жизнью за свою страну. Дай мне заряд. Своей стране ты нужна живой, Ханна. Никуда ты не пойдешь, и точка. Давай, Рекер. Так, выбрать Ханну или Рекера? Пока мы спорим, Цинцы. Ой, или ирландца. Дай мне заряд, Рекер. Ладно, давайте ирландцу. Когда детонатор загорится зеленым, жми на кнопку, Рекер. Ирландец! Установил. Все готово. Давай, Рекер, жми кнопку. При взрыве он погибнет. Черт возьми, могильщик, взрывайте этот корабль. Мы сделали все, что должны были, Рекер. Его смерть не была напрасной. Крепость — это ищейка. Могильщик на борту. Мы везем их обратно. Вы всех нашли? Один из них пропал без вести, сэр. Мы ничего не можем поделать. Нужно немедленно улетать. Черт, понятно. Что же, возвращайте моих морпехов домой. Что ж, вот и вся одиночная кампания. Не знаю, приблизительно на 5 часов. Светлой памяти одному из разработчиков или кому-то еще, не знаю. Когда-то что я могу сказать? Любила ходить в горы. Сейчас послушаем, что говорит Ханна. У них тихо и просто. А у меня был дядя. Дядюшка Джей. Вот он-то и научил меня всему, что связано с походами. А я думала, ты был городским мальчиком. Ну да, до мозга костей. И вот мой дядя не был городским. Родом из Каролины. Уехал оттуда давным-давно. А где он сейчас? Не с нами. Мне очень жаль. Да, но что тут, блядь, поделаешь? Нужно жить дальше, так? Стараться беречь то время, которое у тебя есть. Мы теряем многих любимых людей. Слишком многих, слишком рано. Иногда я думаю, что лучше всего этого избегать. Быть проще, понимаешь? Мне так не кажется. Сохранил или потерял, нельзя жалеть. Никаких сожалений. Давай, Ханна, скажи, никаких сожалений. Никаких сожалений. Да, именно так, черт возьми. Именно так, никаких, блядь, сожалений. Без сожалений, никаких, блядь, сожалений. Другой разговор. Никаких сожалений. Мы не будем сожалеть о смерти ирландца. Хотя, если быть честным, все персонажи особо не внушают каких-то симпатий. Единственный, кто мне внушал, это именно Рекер, потому что он на обложке игры, и все. Только этим он мне и понравился. Вот. Что я могу сказать про одиночную кампанию? Честно, хуже, чем в Battlefield 3. На голову хуже. Если в Battlefield 3 я в свое время, когда играл, я ее оценил лично для себя на 4 из 5, то кампанию из Battlefield 4 я оценю на балл ниже, на 3 из 5. Думаю, вы со мной согласитесь. Что сказать по графике? Конечно же, это 5, разрушение тоже хорошее. Но местами непробиваемые картоны там и все остальное немножко напрягает. Версия 1.0 очень баганая. Если вы еще не купили игру, советую этого не делать. Ради одиночной кампании точно не стоит покупать. Мультиплеер уже, в принципе, можно рубиться. Там, конечно, еще есть всякие баги, подлагивает иногда. Но не смертельно. Музыка. Музыка в игре меня просто восхитила. Аудио. Это на 100%, 100 баллов. 5 из 5. Я ж оцениваю по 5-бальной шкале. Что ж, я надеюсь, вам понравилось мое прохождение. Хотя, честно, я бы оценил не очень.
Вот. Всем спасибо за внимание. Где купить батлу? Покупайте на сайте Steam Buy. Там она дешевле всего стоит и гарантия 100%. Вас никто не обманет. Магазин проверенный, ссылка есть в нашем паблике. Все понятно, что Battlefield это, конечно же, мультиплеер, а компания это, ну так, дополнительный маленький бонус. Хотя, если честно, если бы не было компании, я думаю, мы бы многого не потеряли. Ждем теперь Call of Duty Ghost. Она выходит 5 ноября. Чего я жду от Call of Duty Ghost? Я жду мощной одиночной кампании и неплохого мультиплеера. Хотя да, я там в первой части обсирал Call of Duty. Может быть, зря. Ну ладно, поживем, увидим. Мне, если честно, все Call of Duty нравились. Под впечатлением от первой миссии я и говорил такие дела про Call of Duty, что там у нее нет шансов. Но с таким слабеньким сюжетом, как в Battlefield, есть, конечно, шансы. Ладно, я уже буду закругляться. Всем спасибо за внимание. Еще увидимся.
Господи, какие здесь длинные титры. Интересно, вы еще со мной здесь смотрите? По-моему, самые... одни из самых долгих титров, которые только были. Помню, по-моему, в Assassin's Creed 2 или Brotherhood, там, по-моему, титры почти 30 минут шли. В Assassin's Creed 4, я думаю, минут 50 будут идти. То, что делает там чуть ли не 16 студий игру. Или сколько там, не помню, 9. Ох. Мне уже надоела эта музыка, хотя... Да, этот пердёж в колонке эпичен, я понимаю. Не надо нанимать Ханза Зиммера, чтобы он писал вам охренительный трек. Просто можно записать пердёж в микрофон. Типа вот так. Смотрите. Похоже, да? Так, это... копирайт. Все, авторское право. Я создал новый трек. В Battlefield 5 будут применять. Дети Battlefield 4. What? Дети? Вот, русские актеры озвучивания. Адаптация музыкальной темы, да. Кстати, там при создании были студии Вишкериал, которые делали Dante, Dead Space. Было еще BioWare. Не знаю, как они участвовали в создании Battlefield. Но, к сведению. Кстати, много русских имен я замечаю в титрах. Все-таки наши в игровой индустрии тоже имеют. Так, последние завершающие титры, насколько я понимаю. Ну, надеюсь, хоть какой-то бонус будет после столь долгих титров. Там ирландец жив. Или... Нет, ничего не будет, ребята. Вот он, наш Рекер. Только за него я переживал. Слава богу, он жив, здоров. И это хорошо. Всем спасибо, что смотрели. И до скорых встреч. Скоро будет Call of Duty и мультиплеер Battlefield.